Одни вкладывают деньги в спорт, другие готовы бескорыстно помогать детям и подросткам. На конкурс «Меняющий мир» приехали представители 60 коммерческих организаций со всей области. К примеру, предприниматели из Садки за свой счет провели в городе субботники. Проводилась чистка Каргинского пруда у нас. То есть пришли не только там предприятия, но и на данном мероприятии пришли местные жители. Коммерсанты признаются, благотворительность сегодня в моде. Хорошие дела даже помогают развитию бизнеса. Чем, наверное, ответственнее бизнес, тем ответственнее должна быть социальная сфера для бизнеса, чтобы бизнес понимал, что без, скажем, настоящего нет будущего, без прошлого тоже нет будущего. Поэтому стараемся вкладывать и свое внимание, свою поддержку и в систему образования. Конкурс «Меняющий мир» проводится уже в 7-й раз. И с каждым годом участников становится все больше. Мы стимулируем в развитии их деятельности путем принятия законов. И даем льготы на некоторые налоги, которые сегодня в области понижены для такой категории людей. Предприятия решили наградить популяризацией их деятельности. То есть в качестве поощрения им будет предоставлена бесплатная возможность фильмы о них, чтобы сняли, статьи о них разместили. Таким образом, мы с одной стороны награждаем предприятия, да, с другой стороны мы популяризируем их деятельность. Сегодня награды получили 33 предпринимателя. Депутаты признались, выбор был нелегким. Ведь каждый, кто готов бескорыстно помогать людям, достоин награды.